Так. Всем здрасте. Вот, сегодня, короче, продолжаем играть в Crysis, хотя я хотел на самом деле вот другие игры поиграть, но что-то, короче, по-моему, парочку из них я не скачал, поэтому, короче, наверное, мы завтра в них поиграем. Там будет две, короче, очень странных игры и одна хорошая. Вот. Ну, а там будет видно уже. Может, что-нибудь еще, короче, найду. Вот, и сегодня продолжаем Crysis. Хочу пройти прям, как-то там как раз самая интересная часть пошла. И прям вот это вот. Поэтому, собственно, давайте, короче, запускать. И погнали. Опять забыл эти теги поставить. Хотел написать и забыл. Ну и хер бы как бы с ними. Вот теперь нормально. По-прежнему юзаю RTX Voice. Вроде как все хорошо работает. И вроде же звук получше стал. Котейка. Можно уже загрузиться, спасибо. Блин, лохматый, парикмахерский, закрытый, блин, постричься, короче, невозможно. Хотя сейчас, короче, постановление выпустили, что с 30-го числа все-таки откроют парикмахерские, и... Не думаю, они 30-го просто будут вот так вот делать. Что все ломанутся просто стричься. Не успел, короче, до карантина. Так. На самом деле, хорошо, тут люди без работы сидят. А так хоть... работу, заработать денег. Это же хорошо всегда. Сад рот. Люх, опять ты что? Так, загрузка. Вроде оно. Да ёпта мать, слишком спокойно. Короче, мы остались на том, что мы, короче, в пещерах спасли, короче, ту женщину, которая дочка этого, как она, Розенталь там, по-моему, да? Вот. Все там обрушилось, мы пошли, короче, через какие-то инопланетные туннели, и там какая-то дичь происходит. А что меня дергается, блядь? Так, спокойно. Достаточно энергии. Так, нормально работает, вроде все нормально. Только громко что-то. Или не громко? Мне громко. Так, нам куда-то, короче, вот сюда, по-моему. Там, короче, открываются вот эти шлюзы, надо куда-то там пролезть. А куда, короче, я что-то не понял. Ай, блин. Двое. А ну вернись. Говнина летающая. Кот сидит. Ай, блин. Говно! Ау. Тут смотри. Я тебя не вижу. Еще больше механизмов. Только они... Они совсем другие. Мы походу куда-то туда, да, думаю? Или нет?
Кажется, эти ворота открываются с определенной периодичностью. Попробуй проскочить. Пошел нахер. Патроны качают. А можно ворота открыть? А можно. А. Да, походу пистолет остался. Так, ну, походу тут вход, а там выход. Уи! Прикольно. Приехали. Где я? Черт возьми. Не, не приехали. Похоже, это карта пещер. Система очень большая и разветвленная. И тот провод пронизывает ее всю. Ну, походу. Так полагаю, нам куда-то вот туда. О, Мэй, здорово. Привет, куплю встречать. Здорово, здорово. Сейчас я думал в что-нибудь другое поиграть, ну короче. Я вообще думал, что сегодня даже не будет стрима, что-то такое. Я прям перед стримом что-то у меня так, такая, короче, какая-то слабость прям. Даже что-то вырубился такое. Ну потом, короче, у меня перестал работать Twitch. И как бы вот я здесь. Ну, вообще, в чем проблема, короче, у меня только в 160p, короче, все работает. Выше, короче, делаешь, все. Постоянные подгрузки.
Бля, что у меня с глазами, блин? Что-то в глаз попало. Здесь целая армия этих машин. Кажется, они готовят вторжение. Что за черт? Приветики. Уж не ко мне не идет, правда? Так, а вы, блядь, откуда взялись? Один. Какую-то херню стреляет, то ли вот этими вот кристаллами, да. Хер пойми. Опа, это куда? Че, я не понял, куда или че? Я застрял. А, не, нормально. Что сделать там? Ты не очень понимаю. Я еще морпех зашел, поздоровался, так просто сонно лежу, сейчас могу уснуть. Сон для слабаков, давайте. Ай, блядь. Сиди с моей стрельбой. Оттуда не пришли, уж скажите мне. Ну не отсюда явно. Куда-то сверху. Да. Хер пойми, блин. Да, вроде нет. До сих пор не очень понимаю, что им сделать. Они там ждут, стоят. Или висят. Вообще в другую сторону. Вот сюда все-таки. По
Прикольно. Что это? Похоже на обратный отчет. О, черт! Майор Стрикленд, если слышишь меня, немедленно уводи всех с острова. Эти твари пробуждаются. Можно я отойду? Походу нет. Охереть. Шо ты мял? Сигнал стал очень четким, как будто ты на поверхности. Начинаю трансляцию твоих видеоданных в штаб. Я вижу свет. Идем по твоему сигналу. Похоже, здесь выход, но ближе не подойти. Дистанция обнаружения...
знаю, надолго ли. Что там творится? Можешь толково объяснить? Я рад бы, майор, но я сам не понимаю, что здесь происходит. Что бы это ни было, я в самом его центре. Вся гора окружена какой-то энергетической сферой. Чудо, что ты вообще еще жив. Мы покидаем остров. У меня пропал отряд морпехов как раз в твоем районе. Передаю последние известные координаты. Посмотри, что с ними. Есть. Но не думаю, что при такой температуре кто-нибудь выжил. Ёп! Что это было? Что меня убило-то, я не понял. Ты еще жив? Да, но не знаю, надолго ли. Что там творится? Можешь толково объяснить? Рад бы, майор, но я сам не понимаю, что здесь происходит. Что бы это ни было, я в самом его центре. Вся гора окружена какой-то энергетической сферой. Чудо, что ты вообще еще жив. Мы покидаем остров. У меня пропал отряд морпехов как раз в твоем районе. Передаю последние известные координаты. Посмотри, что с ними. Есть. Но не думаю, что при такой температуре кто-нибудь выжил. У входа в долину развернут пункт эвакуации. Всех, кого найдешь, веди туда. Так, фонарик, я думаю, уже не нужен. Так вот. А, типа, если долго стоишь, замерзаешь. Понял вас. Блэд. Так, бронь включай. Уничтожаются. Так, давайте сегодня подставим. А, тут так, да? Ну ладно, понял. Чё-то похолодало как-то. Резко. Максимум брони. Это есть патрон на дробовик, короче. Походу вниз туда. Судя по всему. Ну скатываться было. Обидно было.
плохо. Чё, блядь, наушники грызёшь? Сидит, блядь, наушники грызет. А, десант сбросили. Перезарядиться. Маскировка активирована. Они же меня не видят, типа, да? У них нет тепловизоров там. Еще какой-нибудь херни. Наблюдаем за инопланетянами в естественной среде обитания. Макс, что они, блядь, правильно скачут? Что ты скачут? Короче, дробовик против них самое то. Маскировка активирована. На, блин. Что, они, получается, любят холод, что ли? Или это какая-то побочка от их? Вот этого вот. Морпехом ты плохо, короче. Стрикленд, это Номад. Нашел твоих морпехов. Живые есть, сынок? Никак нет, сэр. Выживших нет. Черт, уже два взвода положили на этой горе. Ладно, надо вытаскивать тебя отсюда. Попробуй добраться до края сферы. Я что-нибудь придумаю. Окей. Что за... Это какие-то новые ребята. Я прикрою его. Пророк? Дадим этим уродам ответ от их собственного. Ты со мной, сынок? Ха-ха.
Что с тобой случилось-то, Пророк? Мы уж думали, ты погиб. Меня так просто не убить. Сейчас, погоди, мне тут надо залутаться. Наружу, то замерзну насмерть. Я подобрал их оружие. Держи. Как же ты... Потом. Надо отступать. Иди назад. Сперва тебе надо подлатать. Я убросил. Мне нужно найти укрытие. Костюм долго не протянет. Держись, Пророк. Мы выберемся отсюда. Энергия на исходе. Надо найти укрытие. Стрикленд, это Номад. Я нашел Пророка. Его костюм отказал, нужно срочно выбираться. Слышу тебя, Номад. После края сферы как раз сидят мои разведчики. Они тебе и помогут. Идем туда, майор. Че там было? Я больше не выдержу. Погнали, ептамай. Не выдержу, по-моему. Уходи. Злится. Я здесь. Энергия костюма на исходе. Номад, прикрой меня. Нужно восстановить энергию. Ты им хер мой восстанавливаешь, не понял. Пушка крутая.
умрешь, нет? Так, еще один минус. Это уже погрей что-то. А, хорошо. Че, еще будет танк? А, летит, не втелся. Как жахнет. Так, погнали, короче. Не, пушка что надо прям. Вот тебе тепло, давай. Мой костюм замерзает. Надо найти укрытие. Беги сюда, давай. Разберись с ними, Номат! Пять. Так, а нам походу туда пойдем. Пойдем, слышь. Хоть разберись с кем разберись, кого разберись. А, вот с ним. Мост! Надо пройти по мосту! Ты дурак, что ли, совсем по мосту говорит пройти? Энергия на исходе! Надо найти выйти! По мосту пройдем. Видимо, отсюда. Так, что там сыпется уже, слышь? Я больше не выдержу. Давай, воду, погрей сюда. Энергия костюма на исходе. Давай, грейся. Погнали. Интересно. Эх, ну погнали. Солдат, стоять! Опа. Чем мерзнем тут? Группа хищник. Ее остатки. Триклет говорил, что вы пойдете. Черт, мы не думали, что вы доберетесь. Видели мы кого-то? Тоже не думали, давай. Внутри этой штуки минус 200. Живых там нет. Живых людей, точнее. Что вы там нашли? Что это за чертовщина? Не знаю. Где твой командир? Сержант Киган, он внутри. Там внизу полный хаос, сержант. Я не могу рисковать еще одним бортом. К тому же у нас ранены. Прорывайтесь через долину в пункт эвакуации. Ты что, гаусс-пушка, что ли? Рад вас видеть, ребята. Похоже, помогать нам не будут. Нам очень пригодится.
давай отсюда, пёс. Пезаш проседает. Ну, а вот. Куда кого? Так, все собрали. В смысле, Макс? Номан, давай сюда! Мы уезжаем! Уезжаем? Окей. Номан, садись за пулемет и прикрывай нам задницу! Сюда? Нам тут, короче, немножко не до того. Борт упал недалеко от тебя. Иди туда. Ну, ёлки, пап. Чтобы мы вытащили эту женщину. А я постараюсь прислать кого-нибудь за вами. Ладно, понял. Всё, приехали, короче. Ну чё, суки? Спокойный верный, мы уже близко. Ай, дуэт! Ах, ты пёс. Ай, умру сейчас. Женщина, погоди, сейчас. Я застряла. Пилот мертв. Снаружи что-то есть. Давай, дома, шевелись! Да иду, ёпта мать. Максимум скорости. Пилот,
ты в доме? Я застряла. Дверь не открывается. Папа не горючил. Прошу вас. Ай, блин. А где зенитка-то? А, вот он. Сейчас, погоди. Так. Группа хищник, стойте там. Кто еще хочет? Ваш район уже отправлен в борт. Офицерского тела. Короче, он женщина и полетел, а я тут остался. Ты яйца в этой сфере оставил, Новат! Вылезай наружу и сражайся! Не подпускай их, мы улетаем! Значит, зайби кого? Это что-то новенькое. Что это за тварь? Новат, мы покидаем остров. Бегом в пункт эвакуации, не вздумай умереть по дороге. Данные из твоего костюма для нас... Я тут чувствую себя нужным. А ему похер. Посомный валим. Валим. Никуда? Наверх. Что хочу? Занять оборону. Господи боже. Ложись. А, черт. Получается! Мы не справимся! Не дайте ублюдку пройти! Назад! Назад! Намат! Времени нет! Мы долго не продержимся! Да бегу, ёпта мать, да? Недостаточно энергии. Доки, блядь. Ёб твою мать.
Ладно, ребята, уходим. Накидаем остров для перекрытия. Да, ракеты, нихера. Улала, давайте поджарим эту дрянь. Черт, идет прямо на нас. Гранатометчики, занять высоту. Джексон, оставайся здесь. Кто-нибудь, к орудию. Что-то патронов на особо нет. Дама, Рим-14 готовится к взлету. Это твой последний шанс покинуть остров живым. Бегом! Не думаю. Да иду, иду, ёпта. Давайте сюда, сэр! Во имя генерала Паттона, что это? Улетай отсюда, Крис! Это моя добыча! Ты ж подох, живы, майор! Я морпех, сынок! Я по воде пройду, если надо! Ты дело сделал! Теперь вали отсюда, пока я их отвлекаю! Постой! Мы перегружены! Такая драма, блин. На самом деле, да, не очень драматический момент получился какой-то. Тяни, тяни! Гриф 1-4, это командир, как слышно? Командир, это Номад, слышно хорошо. Пилот убит, а возможно, двигатель поврежден. Я могу управлять этой штукой, но я не пилот, жду указаний. Понял, у тебя отказал второй двигатель. Иди на малой высоте, не перегружай первый. Мы эвакуируем всех на Конституцию, видишь своих впереди? Так точно. Вот иди к ним. Они выведут тебя из долины. Держись с нами, Номад. Тут в лагере прямо по курсу наши морпехи ведут бой. Забираем их. Конвой в воздухе идет к вам. Расчетное время 5 минут. Понял. Ай, бля. Торнадо, что ли, попал? Бля. Да бля, может? В долине идет эвакуация. Прикрой их с воздуха. Вас понял, командир. Ничего, что я тут не могу, короче. Все, блядь. Держись, Гриф, я иду. Быстрее, Ломов. Прикрой взлет. Открой. Командир, нужно
Да, Блэд. Че за херня? Лететь там, нет? Номад, в долине идет эвакуация. Прикрой их с воздуха. Отбой. Вас понял, командир. Это Гриф 2.0. Нужна помощь. Немедленно. Держись, Гриф, я иду. Быстрее, Номад. Прикрой взлет. Отбой. Командир, нужно доставить корейские боеприпасы на Конституцию, но у нас уже перегруз. Можете прислать борт? Понял, 2.0. 1.8. 6.5. Заходите на посадку для погрузки. Номад, прикрой их с воздуха. Понял, командир. Номад, прикрой нас. То есть что, блядь, знать бы, где вы? Типа... Гриф 2.0, это Номад. Все чисто. Понял, Номад. Взлетаем. Мы в воздухе. Спасибо за помощь, Номад. Возвращаемся на вернущийся. Внимание всем! Впереди по дороге колонна наших. Ведут бой. Помогите им, но помните, приоритет вернуться на авианосец. Будьте осторожны. Отбой. Вас понял, командир. Тут полно противников, но мы попробуем помочь. Дай кита. Внимание сюда. Ракеты кончились. Все хорошо, куда летит? Типа... А, вернитесь на авианосец. Понял. Нахер.
Айсока. Ох ты, блядь! Это что, камикадзе, что ли, какие-то? Я не понял. Отлично, Номад! Авианосец в 12 километрах. Все чисто. Домой, ребята. Номад, как слышно? Мы на авианосце. Здесь Пророк и Ирена. Где ты? Понял, псих. Я лечу к вам. Буду через 10 минут. Давай, скорее, очень странная миссия. Вот это тебе небольшой сувенир. Вот прям максимально странная. Ну и как я вам? Мы все еще живы, лейтенант. Ты молодец. Командир Нарядов, продолжайте работу по плану. Номан, слава богу, ты жив. Посмотри сюда. Пилот решил взять с собой. Эй, Номан, полюбуйся на этого урода. Да, силы перчатки небольшой проходит. Эй, осторожно. Адмирал рехнется, когда увидит эту дрянь. Хотите что-то сказать, Коллинз? Нет, сэр. Не думаю. Что за черт? Сказал он дохлый. Теперь дохлый, так ведь? Мы видели таких после генераторов в шахте. Эти твари тянут энергию из любых источников. Могла бы раньше сказать, мы бы его не потащили. Номад, адмирал хочет видеть тебя в штабе. Твои видеоданные произвели тут сенсацию. Нам лучше поторопиться. Мэм. Иди, увидимся позже. Вперед! Адмирал тебя ждет! Рад, что с тобой все в порядке, псих. Где ты был? Пророк рехнулся. С ним явно что-то не так. Похоже, из-за того, что он побывал внутри сферы. Он хочет вернуться на этот остров. Елена говорит, что разобралась, как эти твари общаются. Электрическими сигналами какими-то. Она вроде придумала какой-то сигнал, от которого у них все перегорает. Вряд ли чего из этого выйдет, но кто знает. Кстати, пророк, пророк же это... А не, оно вот собрание. Они не сюда. Или сюда. Чего я так быстро двигаюсь? Я так быстро не двигался. Лейтенант Манфорд, пройдите в техчасть. Лейтенант Манфорд, пройдите в техчасть. Ничего, костюмчик. Нормальный костюмчик, да. Ладно, из Японии уже вышло госпитальное судно, но пока оно дойдет, нам нужно что-то делать. Нужен медицинский блок на складе. Ну, чего замедленно идти? Доктор Розенталь, пройдите в штаб. Доктор Розенталь, пройдите в штаб. Ладно, ребята. Тебе сюда. Поищу пророка, пока он не наделал глупостей. До встречи. Стрикланд, если слышишь меня, немедленно уводи всех с острова. Эти твари пробуждаются. Это же вторжение. Номад, ты отлично поработал, сынок. Посмотрев твои данные, командование решило нанести ядерный удар. Как только я получу подтверждение из Белого дома, мы сотрем эту дрянь в порошок. Адмирал, нам еще рано принимать решение. Нужно тщательно изучить альтернативные пути. Хотите убедить президента передумать? Или штаб? Боюсь, что вы не осознаете всей тяжести ситуации, доктор. Примерно неделю назад наш спутник засек на острове температурные аномалии. Сперва мы решили, что это атомные взрывы. Подключились РУМО и АНБ.
Вот так вот. 4 дня назад был перехвачен высокочастотный сигнал из центра горы. Маяк направлен на звезду где-то в галактике М-33. 4 миллиона световых лет отсюда. Это мог быть сигнал бедствия. Просьба о помощи. Вы говорили, что вашим находкам миллионы лет. Это так. Но они слишком технологичны. Явно не с Земли. Что, если они заблудились и теперь зовут на помощь? Неважно кто, неважно откуда, действовать надо быстро. Самолеты с атомными ракетами уже готовы. Извините, сэр, нет никаких гарантий, что ваши ракеты хотя бы прорвут их оборону. Хотите гарантий? Купите тостер. Я не стану сидеть и философствовать, когда вся наша планета в опасности. Это же нелепо. Эти существа вытягивают энергию из любых источников. Вся гора — гигантский аккумулятор. Взгляните на схему. Потоки энергии пронизывают всю толщу горы. Вот, посмотрите на них. Сравните с той тварью, которую вы видели. Мне кажется, что это форма жизни, которая питается энергией. Не могу предсказать, что будет, если ударить по ней атомным взрывом. А что будет, если мы сложим руки? Должен же быть другой путь. Дайте мне время. У нас нет времени, доктор. Сэр! Только что порвалась связь с Лексингтоном. Прошу всех незаинтересованных лиц покинуть помещение. Я буду в оружейной. Позовите меня, когда все закончится. Ты слышал приказ, лейтенант? Ваш командир прошел в оружейную. Он, наверное, ждет вас. Лейтенант Нойман, пройдите до полетную палубу. Лейтенант Нойман. Окей. Я что, двери ошибся, что ли, не помню? Что туда? А, это что? Черт, их так много. Мы не справимся с таким количеством раненых. Да не ссы, всех убьем. Ищите оружейную. Контр-адмирал Вэринг, пройдите на мостик. Контр-адмирал Вэринг, пройдите на мостик. Говорят, что вы были внутри той сферы. Да, нано-костюмы впечатляют. Да. Я провел предварительную проверку. Похоже, это какой-то аккумулятор. Никогда с таким не сталкивался. Ясно. Можно только догадываться, как тот парень его включил. Хай, ребят. Номад, ты живой. Эй, Номад. Садись, приятель. Куда? Я так и не понял, как ты приспособил их оружие, босс. Мы тоже этого не поняли. Механизм спуска очень сложный. Мы в нем за неделю не разберемся. А вы модифицировали в полевых условиях. Вы ведь даже питание подвели к своему костюму. Впечатляет. Видимо, я талант. Мягко говоря. Итак, я не только починил ваш костюм, но и немного улучшил. Я направил избыток энергии в гидросистему, как просили. В общем, все готово, майор. Доктор Джилспай, мне надо проверить нано-костюм Номада. Мне сказали, вы можете помочь. Конечно. Садитесь, лейтенант. Нам очень важны сведения, сохраненные в записывающем блоке вашего костюма. Оп. Эй, босс! Куда это ты? Качать со всем этим. Я слышал, остров вот-вот закидают ядерными бомбами. Дела адмирала Моррисона меня не касаются. Его бомбы там ничего не сделают. Пророк, стой! Да, что-то пророк и обудал, походу. Так, чем я могу вам помочь, доктор? Я выделила сигнал, который эти существа издают при подзарядке. Думаю, он предохраняет их от избытка энергии. Можно ли передать такой сигнал с помощью нано-костюма? Думаю, можно. Сейчас посмотрим, как. Если что, как изменить частоту дистанционно? Довольно просто. Сигнал можно передать по любому беспроводному соединению. В общем, есть простор для экспериментов. Что именно они со мной делают? Если теория верна, ты станешь ходячим оружием против пришельцев. А если она не верна? Нравится. Тогда нам остается только положиться на план Моррисона. Доктор Розенталь, пройдите на мостик. Доктор Розенталь, на мостик, быстро. Не заставляйте адмирала ждать, доктор. Я сам разберусь. Ладно. Номад, как будешь готов, подходи на мостик.
Красавица. Такие редко идут в науку. Эх, будь она 10 лет моложе. А, вот и она. Поставь ее на ту стойку. Сейчас. Тактическое атомное оружие разработано специально под нанокостюм. Опытный образец, еще даже не испытан. Стреляет ядерным зарядом. Тот же гранатомет, только шума гораздо больше. Чего они только не придумают. Опробовать можно? Нет. Видимо, мы опробуем. Да, думаю, все готово, лейтенант. Полагаю, что доктор Розенталь справится с тонкой настройкой. Спасибо. Не за что. Вам лучше пройти на мостик, адмирал не отличается терпением. Максимум брони. Ну, теперь он на мар нормально ходит. Чё на мар? Увидите Елену, скажите ей... Ну, неважно. Влюбился. Блэд, ладно. А если бы не вернул, то типа я ничего бы не сказал. Осторожнее с этой шуткой! Ещё взорвётся. Спокойно, шутка? Я знаю, что дело. Господа, это адмирал Моррисон. Я только что получил официальное разрешение президента нанести ядерный удар ограниченной мощности по целям на острове. А можно ядерный удар неограниченной мощности? Для принятия такого решения нужны серьезные основания. Природа нашего противника пока не установлена, но данные, собранные нашим спецназом, позволяют всерьез полагать, что нашей планете угрожает реальная опасность. Что бы ни случилось в ближайшие несколько минут, я рассчитываю, что каждый из вас выполнит свой долг. Я, по-моему, столько с не спускался. И мастерством. Так, занимайте боевые посты и готовьтесь. Это адмирал Моррисон. Немедленно возвращайтесь. Майор Бернс! Что он делает? Сэр, поднимать группу перехвата. Пусть летит. Этот псих сам подписал себе смертный приговор. Вовремя, лейтенант. К пуску почти все готово. Этот ваш майор нарушил приказ. Похитил оружие, угнал борт и направился на остров. Пророк еще там? Вы должны отложить пуск. Это его выбор, лейтенант. Адмирал, прошу изменить решение. Риск слишком велик. Что, если они этого и хотят? Что, если мы действуем по их указке? Нет времени на «что если», доктор. Пентагон санкционировал ядерный удар. У меня приказ. Конституция штаба, это мародер один. Есть захват. Приближаемся к цели. Отбой. Понял, мародер один. Прием. Готово, сэр. А если вы ошиблись, адмирал, вы сможете с этим жить? Продолжайте пуск. Есть, сэр. Мародер один, это Конституция штаб. Зеленый свет. Доставляйте груз. Отбой. Надеюсь, понял, что вы правы. Вы, я и остальная планета. Как прямо сквозь борты. Выходи и сражайся, солдат. Мы не можем отступить. А сам хуй не понадел, а я тебе разгребай.
прорвемся. Хорошо! Теперь идем в полетную палубу. Всему авиаперсоналу приготовиться к старту по программе 1. Всему остальному персоналу немедленно покинуть полетную палубу. Внимание, палубе. Готовность катапульты 1 и 2. Всего 1 старт. Да, где там оружейная? Походу в оружейную мы не попадем. Помоги, твою мать! А где прицел? Ха, патроны кончились. Максимум скорости. А эти орудия там, я не знаю, типа... Что-нибудь. Все едят такие, ни хера не делают. Ай, блэд. Да сука. Да, блядь, слизь. По-моему, что-то сломалось. Ни хера не понял, но очень интересно. Погоди, я спускался. Так, ну и где враги? Максимум
кого стрелять, ну? Да, сука. Да. Можешь? Ой, блядь. Да возьми оружие, ёб твою мать. Чего произошло вообще? Кого, блядь? Так, ну-ка. Возможно. Отходим к транспортеру для перезарядки и перегруппировки. Это еще не все. Номат, в реакторе утечка. На нижних палубах остались инженеры. Тебе нужно спуститься туда по транспортеру. Держитесь, морпехи. Вау. Мы отстоим палубу. Максимум скорости. Куда? Номат, в реакторе утечка. На нижних палубах остались. Тебе нужно спуститься туда по транспортеру. Держитесь, морпехи, мы отстоим палубу. Вообще, походу, что-то вообще сломалось. Посмотрите, все указатель показывает сюда. Типа, вот я подбегаю, короче, такой. Он херак туда показывает. Блин, где этот ебучий транспортер, ну? Вот сюда, что ли, надо? Нет.
Да либо я дурак. А, может сюда мне надо? Недостаточно энергии. Номад, я в лаборатории с Еленой. Ты где? В реакторе утечка. Я иду туда. Мы попробуем прорваться на палубу. Эти ублюдки все заполнили. Дай знать, когда будешь на палубе. Понял, псих. У меня всегда проблемы. Ну. Ладно, пойдем. Я уже решил, что ты тоже из этих тварей. Ты номад? Черт, значит ты жив. Я слышал, что ты погиб. Нормально. Эй, сюда! Здорово. Эй, номад, мы тебя ждали. В реакторе утечка радиации. Мы долго не продержимся против этих тварей. Если реактор не заглушить, он рванет. Тебе надо на ту сторону. Что я должен сделать? Сначала надо отключить предохранители в обменнике. Тогда ты сможешь перезапустить реактор. Не беспокойся, я все подробно объясню. Дверь открывай. Объясняльчик хер. Фонарик хоть бы дали, я не знаю. То делай сюда. Свадьба дворца. Максимум брони. Боком пролез. Так, я в реакторном. Что дальше? Нажми большую красную кнопку. Вау. Аварийная остановка началась. Отлично, Нома. Стержни сейчас опустятся. Чё-то не все. Стержни заклинило.
Тут слишком много этих тварей. Похоже, они вытягивают энергию из реактора. Походу не выдержит. Аварийная остановка началась. Отлично, Нома. Стержни сейчас опустятся. Максимум силы. Черт, стержни заклинило. Ну, слишком пойду. Много этих тварей. Похоже, они вытягивают энергию из реактора. Ай, блин. Так, реактор остановлен. Включаю резервное питание. Отлично. Отлично, но ты срочно нужен на палубе. Подходит новая группировка противника. Давай сюда! Да иду, иду, ну. Ау. Недостаточно энергии. Максимум брони. Максимум силы. Зачем по две двери делать? За звук. Что-то, ребятки. Давайте же вы уроды вперед!
пацаны, что творите? Как дела? Вообще куда-то в другую сторону дойти. То есть мне не... Конечно, что я не помню. Тащил просто. Кого? Я пойду туда. Сперва кое-куда заберем. Моррисон, я иду в лабораторию за атомной пушкой. Быстрее, Ломат. Ты нам нужен на палубе. Здесь что-то... Что-то очень большое. Убейте его, я убейте! Что у вас тут? Я пушечку одолжу? Пушка у меня. Понял, не сюда. Бля, не успел. Так, где сохранка хоть будет? Да. Ох, ясно, ладно. Новый, давай. Даже спустя 13 лет игры себя неадекватно ведет. Да, да, да. Наверное, вот это. Альперин, что случилось с игрой? Она вылетела просто. Она как-то не очень адекватно работает. Бывает. Я пойду туда. Скрывай, кое-куда заглянул. Моррисон, я иду в лабораторию за атомной пушкой. Быстрее, Ломат! Ты нам нужен на палубе. Здесь что-то... Что-то очень большое. Убейте его, меня убейте! Дробовик, он только Гаусс. Не, подожди, винтовку верни. А вот пулемет надо, надо заменить. Ну, пусть будет дробовик. Так, это я вот заберу пока. Пушка у меня. Номад, палуба захвачена. Покидаем корабль. Живо! Покидаем корабль, Номад. Берем транспорт и взлетаем. Что у тебя? Сюда! Эти твари наседают! Уходим! Уходим!
Адмирал, на полетной палубе нас ждет транспортник. Надо срочно. Я не покинул корабль. Но нам приказано. Черту приказы. Никто не уйдет. Мы останемся здесь и будем. Откройте дверь, откройте чертову дверь. Не успел, блин. Все, адмирал помер. Номад! А, чё? Ты как там, живой? Более-менее. Адмирал, уже сказали? Бля. Где вы? Я, походу, какой-то драматический момент пропустил какой-то. Все, кто не ушел, погибли. Держись, сейчас мы тебя заберем. Сэр, вы не видели? Сейчас походил, у меня тут... А где пушка-то эта? Предлагаете мне это сделать? Хороший вопрос. Ай, так дрова ему не поможет. Дробовик, нахера ты дробовик? Я помню, что должен был застрелить рот этого пришельца. Рот этого пришельца. Я пропал прицел. Я не могу прицеливаться. А, все, отлагал. Ай, бля.
патроны кончились. Чувак, ёбнет. Да? Не ёбнуло. Чё, патроны? Можно я встану? Чё, блин, происходит? Почему я умираю? Как ты меня схватил-то, ёб твою мать? Уи! Так, есть какое-нибудь оружие еще? Походу нет. Я увидел, где патроны есть. А, тебя. Уи! Бачу. То есть до этого не умирал, а тут это смерть, короче. Сейчас, погоди. А, блядь. Ау! Прощай, древний мир. Что происходит? Почему я умираю? Я до этого не умирал. Я не понимаю. Нома, держись. Да, да, держись. Мне там базуки были. О, тихо, тихо, тихо. Сонин, блядь. Чуть-чуть выглянул. О, он дал с пушки потрал. Пасть открой. Не спасает. Бля, я убью. Максимум скорости.
должен пойти к вам хорошие игры. Кого? Ой, булет! Я промазал. Понравилось, да? А еще. Уж как ёб. Серьезно. Ну, по той сильной херне. Ой, еще. Пляж! Пляж, говорю, бля. Да какие-то... Какие-то курва летающая. Не попал. Вообще не умирает. Что-то ему похер вообще. Где это черт не так делаю. Или комп, блядь, не, комп, блядь, должен справляться. Какого хера? Странно. Это же комп уже заебался.
Да, да, мы поняли. Сейчас как вижу. Клан, затихло. Давай. Он с пулеметом, короче, не ложится. Кто меня это защищает? Кто не защищает? Теперь это меня убивает. Какого хрена вообще?
чё вообще? Кого? Как? Недостаточно энергии. Оставьте меня. Уходите, живо! Ни за что, братишка! Мы без тебя не уйдем. Да что за... Уходите, я сам с ней справлюсь. Только с моей помощью. С ума сошли, уходите! Охереть! Чем стрелять? Как бы это. Максимум скорости. Патронов-то особо что-то не мало. Ну вот разберись с этими пушками, они так весь корабль потопят. Да погоди. Вылетает и вылетает, вылетает и вылетает. Так, ладно, еще раз пробуем. Я так полагаю, финал уже? Или нет? Да. Сейчас по новой.
Так. Оставьте меня. Уходите, живо! Ни за что, братишка! Мы без тебя не уйдем. Уходите, я сам с ней справлюсь. Только с моей помощью. Ну-ка нахер. С ума сошли, уходите! Понимание за логику этой игры вообще. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я тоже. Отлично. Держи высоту. Нома, приготовься. Держись. Кажется, работает. Черт, эти твари нас окружили. Избавься от Я уж думал, ты этого не скажешь. Где атомная пушка? А, вот он. Прицелься из атомной пушки. Ну, как бы целюсь. А, вот. Отлично. Один готов. Нормально. Кого?
Ее на брюхе люк. Бей туда. Да, 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 сейчас. Оживу туда, блядь. О, черт! Держись! Номад! Эта штука нас сейчас потопит! Разберись с ней! Да, погоди. Завалите там хлебалушки, наверное. Вот некоторые проблемы. Да, сука. Это, блядь, невозможно. Ты ебало завали, блядь. Открывай. Бля, не успеваю, прицелить. Дома, целься по люку, быстрее. Да ты, ёб твою мать. Патронов нет, нихуя. Блять, удачно закрылся. Вот ты заебешь, а. Так, люк открыт. Да, сука. Дед. Бегу, ёб твою мать. Энергии нету. Прыгай, прыгай! Вперёд! Ты справишься! Держись! Давай, иди! Вперёд, Янка, держись! Помоги мне! Помоги мне! Ха-ха!
Сюда подходит флот из Японии. Он будет здесь через час. Ложусь на встречный курс. Нет, мы знаем, как их победить. Надо продолжать бой. Принимаю. Кто там? Да ты не поверишь, браток. Это пророк. Да какого? Он жив? Не похоже, еще брыкается. Засекай его координаты. Возвращаемся. Ну, а это конец. Там потом есть дополнение Warhead. Или как? Как дополнение, все-таки идет. Блин, наверное, тоже пройдем. Ну, чуть попозже, наверное, посмотрим там некоторые игрушки. И, наверное, может, все части пройдем, посмотрим. И вот именно хотел первую пройти, как бы. Причем оказалось не такой длинный, как я думал. Все-таки. Я думал, тут еще, блин, долго будет. Оказывается, все так быстренько так. Ничего, ничего никаких у нас не будет, да? Да ничего не будет. Вот, херенный шутер. 13 лет прошло, а игра все еще классная. И графически... Видно, что и текстурки уже такие, как бы, ну, низкого разрешения. Но в целом игра выглядит охеренно, играется, в принципе, тоже нормально, никакого отторжения, знаете, как от старых игр бывает, такой, что уже привык к новым, короче, и в старый заходишь, такой, и как-то так вот чуть не то, тут такого нет. Вот. Ждем ремастер, пройдем потом ремастер еще летом, потому что это, блин, круто, на самом деле. Так, ладненько, на сегодня заканчиваем, наверное. Завтра посмотрим некоторые игрушки, там их есть у меня. Вот там видно будет. А когда Warhead, не знаю, когда пройдем. Там еще у меня долгов есть. У меня там Black Mesa висит. Еще что-то. City Skylines. Frostpunk. В них тоже поиграю. Вот. Ну что ж. На этом все. Всем, кто смотрел, спасибо, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, Twitch, YouTube, Discord. Что там еще? Twitter. Да, все ссылочки там везде есть. Вот, на этом все. Всем спасибо. И всем пока.